И вновь НЛО приземлился на территории Америки. Похоже, что все НЛО садятся только в этой стране. И... прошу прощения. В чем дело, Хэншо? Оки-доки. Ну, а теперь в нашем эфире прямое включение с борта инопланетного корабля. Жители Земли, я прибыл с миром. Не нужно меня бояться, я не желаю никому зла. Однако следующие сутки для большинства землян станут последними. Те, кто все-таки уцелеют, послужат для экспериментов науки. Уверяю вас, что у меня к вам ничего личного. Это только бизнес. Итак, повторю основные пункты. Я пришел с миром, я не желаю зла, и вы все умрете.